То есть практически любом военном конфликте, имевшем место в истории с 16 по 18 века. Соответственно, в игре принимает участие большое количество государств, в числе которых Россия, Англия, Франция, Пруссия, Голландия, Австрия, Испания, Швеция, Турция, Алжир, Польша и, само собой, Украина. Из них по основным принципам поведения можно выделить русских, турков, украинцев и всех остальных, то есть европейцев, которые мало чем отличаются друг от друга по характеру действий. Замечательный тьюториал, пожалуй, один из лучших среди всех существующих обучалок стратегиям, настоятельно рекомендован к тщательному изучению перед непосредственной игрой. Именно здесь вам подробно и слегка настойчиво расскажут обо всех тонкостях управления, тут же дав опробовать все на практике. Без этого чуда разобраться с управлением казаков трудновато, хотя и возможно. Вообще же главное понять основную идеологию, что ли, этой системы кнопок, и вот тогда-то вы, скорее всего, просто поразитесь красоте логического мышления украинских разработчиков и с радостью окунетесь в теперь уже полностью понятный игровой процесс. Итак, процесс состоит из четырех больших кампаний и одной тренировочной, о которой уже было сказано выше. Сразу после нее мы попадаем в большую игру и вспоминаем незабвенные War и StarCraft. Да, несмотря на совершенно иных персонажей, а также на большое количество нововведений, схема игрового процесса остается прежней, можно сказать, классической. Для нормального существования необходимы ресурсы, правда, на сей раз они присутствуют в трех ипостасях — уголь, железо и золото. На каждый вид ресурса есть своя шахта, из которой добросовестные работники, или, как их принято называть, пизанты, таскают необходимые нам материалы. Правда, в казаках вы не видите пизантов, снующих туда-сюда от шахты до базы и обратно, поскольку без специального приказа работники продолжают вкалывать в шахтах, не вылезая на поверхность. Итак, для чего же нужны вышеупомянутые ресурсы? Каждый вид играет свою весьма значительную роль в игровом процессе. Уголь и железо тратятся на производство оружия и, заметьте, боеприпасов. Золото тратится на армию. Также существующие в игре дерево, камень и еда с огромной скоростью расходуются всеми подряд подчиненными, так что едва ли не основой стратегии в казаках является экономия и строгий контроль за расходом добытых ресурсов. На игре отсутствие баланса во всех шести их видах сказывается моментально. Скажем, иногда возникают весьма щекотливые ситуации, например, со флотом, который не желает далее бороться с противником и прямо в середине сражения заявляет о своем нежелании продолжать бой в случае дальнейшей невыплаты им золота. Прямо скажем, слышать такое весьма неприятно, так что обязательно проверяйте свои ресурсы перед началом массированной атаки или иной глобальной операции и без того требующей немало внимания к военно-стратегическим нюансам, не оставляя вам времени на прочие мелкие недоразумения. Некоторые игровые критики применительно к казакам в шутку расшифровывают буквенное сочетание AI, искусственный интеллект, как искусственный идиотизм, и в чем-то они, несомненно, правы. Иногда попадающиеся мелкие и очень обидные недочеты в поведении противника заставляют думать о том, как можно было бы все здорово довести до ума. Противники весьма сильны, это факт. Они прячутся за деревьями и холмами, зовут подкрепление, вовремя начинают наступление и также оперативно отступают. Но они же, скажем, не бегут с берега, обстреливаемого с безопасного расстояния каким-нибудь наводным оруженосцем, мужественно ложась на желтый прибрежный песок и окрашивая его в красный цвет. Громадное количество стран, громадное количество юнитов и оружия, громадные карты, на которых разворачивается действие игрового процесса, все это взаимодействует друг с другом в пространстве, понимающем эти два символа — 3D. Поднимающиеся в гору отряды теряют скорость. Некоторые юниты используются исключительно для стрельбы навесом, что очень пригодится вам в тех случаях, когда враг спрятался за какой-либо возвышенностью. Дальность выстрела зависит не только от физических свойств орудия, но и от того, насколько высоко над полем боя оно расположено. Реально, пушка, стоящая на башне, может довольно долго и продуктивно удерживать поступающие силы противника, численно превосходящее количество ваших отрядов. В
Весьма качественная графика казаков потребует от вас небольших жертв. Однако с некоторыми провисаниями пойдет в играбельном варианте и на P200 с 64 метрами оперативки. Разработчики же советуют для наилучшего результата использовать Pentium 2 233 и 64 МБ RAM в сочетании с 3D-ускорителем. Тот же факт, что любой уважающий себя стратег обязан играть в казаков, просто не упоминается, поскольку с момента выхода этой игры сие считается неоспоримой истиной.